Сейчас Бэмби будем угощать арбузом. А у нее только красное. Остальное оставляем. Изюм мой хороший. Такие высокие уже. Совсем лялечка был. Кушай, мой хороший. Тоже так аккуратно кушает. Вот так, молодец, Бэмбик. Все вам на подносике. Все сладенькое, вкусненькое. Скажи, еще бы кто мух погонял, да? Бэмбичек. Бэмбичек. Так аккуратно кушает. И с удовольствием. Зубы у тебя выросли, нет? Растут зубы? Не, не видно зубов. Ну, маленький еще. 3 месяца только. Жишка, откуда у 3-месячного зубы? Да? Бэмбик. Зато пятна уже не такие выразительные. Ну, хороший. У него тут он веточки, водичка. Все у него есть. Веточки кушай уже. Ой, да-да. Бэмбик. Скоро поедет к своим соседям, косулятам. Тарный тайп. Мы их назвали Тарный тайп. 2 мальчика, 2 косуленка. Они сейчас еще в карантине. И скоро к ним Бэмби уедет. Тоже будем скучать. Придется нам ехать в Умань, в Софиевку. Искать Бэмбика там. Бутылку молока козьего брать. Лучше это не бутылку, а 3 литра. 3 литра молока козьего. И ехать к Бэмбику. Ну, все съел. Все выгреб. Пожалуйста. Умничка. Вот Наташа их арбузами. Я вообще не ела еще арбуз в этом году. Наташа всех накормила. Все, на здоровье тебе. Теперь не может оторваться.